Да. Но мы работаем с воздухом, А как поступают тем, пробы которым воздуха? мы дышим, да, на Как улице, выглядит в проба воздуха? помещениях. Проба воздуха отбирается. Есть различные пробоотборники, да, это и сорбционные трубки, и различные поглотительные устройства. И вот в этом сосуде проба привозится в лабораторию и анализируется.